Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Google Pixel 6 Pro добавить отпечаток пальцев. Сначала переходим в настройки, затем в раздел «Безопасность», «Разблокировка по отпечатку пальца». Затем выбираем дополнительный способ блокировки экрана. Это может быть графический ключ, пин-код или же пароль. Давайте выберем пин-код. Затем вводим наш пин-код, затем его подтверждаем. Следующим шагом выбираем, хотим ли мы видеть уведомления на заблокированном экране. Можем показывать уведомления полностью, можем скрывать конфиденциальные данные, можем не показывать уведомления вовсе. Нажимаем «Готово». «Принять». «Начать». Потом вот этой области экрана тыкаем нашим пальчиком, чтобы он запомнил наш отпечаток. И отпечаток добавлен. И теперь при помощи отпечатка пальца мы можем разблокировать наш телефон, не вводя при этом пин-кода. Чё? Дайте разблокировать. О! Короче, даже не дергаем экран, просто прикасаемся пальцем. Класс. О! И телефон разблокируется. Но, как видите, работает это, конечно, так. Может, надо, потому что я неправильно добавил. Ну, короче, можно разблокировать таким образом телефон, не вводя пин-кода. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.